Вы знаете, что мне нравится? Это когда результат достигнут. А что для меня результат? Ну, это когда в мой огород лезут воришки и тырят у меня клиентов. Ну, ладно. Это, как говорится, о том, кто меня смотрит. Про вас, ребята, магнитогорцы, тема отдельная. Вы мне очень нравитесь. Не нравятся мне рекламные агенты. Они вот шныряют. И самое главное, что бизнесменам пудрят мозги. Вот, то, что телевизионная реклама работает. Да нет, 85% телезрителей просто переключают телевизор, когда видят эту быдлятину. Вот, это нормальное явление. Теперь про рейтинги телевизионных каналов. Ну, ни для кого не секрет, что первый из достойнейших это ТВМ. А затем уже идет ОТВ. Ну, вот любят люди смотреть магнитогорские новости. И интересные сюжеты про магнитогорцев, а не про то, как где-то кто-то крышует ментов, менты крышуют бандюганов. Это я про телевизионные сериалы. Вот, мы приезжаем сюда, на Карла Маркса 97, в салон Шуша. Для чего? Ну, конечно, шиншиллы, коты, животные, это все одно, интересно. Но самая продвинутая часть горожан сюда приезжают за лучшими кормами. Здесь есть и широко разрекламированные марки, и те, которые раскупаются в Москве. Причем эти корма в Москве раскупаются на заказ. А теперь заказ вы можете оформить и здесь. Хотя зачем оформлять? Большое количество таких замечательных марок, как Брит, Эконуба. Ой, да там еще много чего. Сейчас приду, расскажу. Так вот оно здесь находится. А теперь поконкретнее, поподробнее. Да такое и должно было рано или поздно случиться. Благодаря зоосалону Шуша в Магнитогорске появились корма от фирм, исключительно ориентированных на производство кормов для животных, а не шоколада и стирального порошка. При всем уважении к последним. И надо понимать, линейка кормов это не бич-пакеты, это в основном профессиональная развесовка для длительного кормления, будь то собака это либо кошка. Кстати, цены на эти корма приятные, а с учетом ценовых скидок еще и доступные. И при этом вы длительное время забудете о проблемах с ежедневным кормлением. А теперь про профессиональных животных побеседуем. О, это вот хоть его чина. Вот для того, чтобы рассказать о том, что существует несколько видов животных и разных по стоимости, я специально одел вот этот красный пуховик. Нет, здесь в Шуше тепло. Ну просто насколько контрастно смотрится, да? Черное на красном. Так вот, это самый дорогой цвет шиншилл. И, естественно, вот эти цвета, ну, разводятся и не только для веселья вашего. Потому что шиншилловая шуба, она денег, знаете, каких стоит? Вот, соответственно, дорогие цвета, ну, это понятно, что меньше, чем 15 тысяч рублей за животное, это даже вы не подумайте. И вообще во всем мире домашние животные стоят от 500 евро или долларов. Откуда такая цена? Ну, во-первых, тот, кто кормит свое животное хорошими кормами, как я, например, тратит в месяц примерно 10 тысяч рублей на свой питомник. Поэтому понимаете, да, откуда идет цена вопроса? Во-вторых, если вы хотите самые дешевые животные, то это на базарчике. Потом вы пойдете в ближайшую, скажем так, ветеринарную клинику, и вы, конечно, там за бесплатно почти купите животное. Только потом 2-2,5 рубля, это просто выложите. Это не рубля, а 2,5 тысячи. Поэтому, когда вы видите с экранов вот таких животных и вот моих ушастых, хвостастых, много света. Вот, да. Понимаете, да? Это даже само животное защищается от лохов, которые думают, что хорошее животное стоит дешево. Конечно, это плохо, когда разведение животных становится бизнесом для лохов. В итоге и получаются слезы, вопли, маты. Ну так что в покупке непонятно чего пушистого вините себя сами. Зоосалон Шуша предлагает профессиональный подход ко всему. Корма, животные и аксессуары. Утверждение, что еда с вашего стола не подходит вашему животному, ну, не более чем рекламный трюк. Хотя, если честно, то все-таки с вашего стола животное будет питаться только в том случае, если сильно попросит. Если нет, то, естественно, специализированные корма. И вот тут я зоосалону Шуша отдельное спасибо хочу сказать. Меня попросили этого не делать, но я все-таки сделаю. Корма Брит. Именно вот этот красный цвет. Дело в том, что ну, у каждого есть свой скелет в шкафу, и у меня тоже. Так вот так получилось, что такое распространенное заболевание, как герпес, кошачья аллергия, оно тоже известное. 85% кошек его болеют. И только у одного в Уральском регионе, похоже, ну так повезло. Не все ж так вот. Это заболевание вылазит на глаза.
И если бы я с самого начала кормил вот этим сортом отбрит, обогащенным эллизином, то проблем бы не было. А так, извините, недешевый кот за 5000 рублей, теперь в результате совместного и длительного лечения стоит, ну, наверное, 1100 у меня уже. Вот. То есть, ну, как-то так вот. Как-то так. Как можно кормить животных и не экономить вообще ни на чем? Еще раз скажем, что вот стеклобанка ночного охотника, вот такой вариант. И именно поэтому во всех салонах он начал появляться. Ну, благодаря Шуше мы его распиарили. Вот, все остальное, ну, понятно. Наименований продуктов здесь, ну, порядка 30, то консервов. Вот, теперь вот, Флотозар, Эконуба и Брит. Это новые корма. Причем самое интересное, что вот такая экономическая упаковка, она, во-первых, говорит вам о том, что достаточно длительное время ваше животное будет питаться исключительно качественной пищей. Вот. Маленькому чау-чау, допустим, или чихуахуа. Да, чау-чау он большой. Вот. Этой коробки за 4000 рублей, фирменной, не такой распространенной, как все остальное, распиаренное, хватит, ну, наверное, на год. Вот. Если же, допустим, у вас кавказец, да? И вы раньше его кормили, ну, другими кормами, и в том числе дорогими. Вот, есть вариант брит. Я вам скажу, что. Ну, вот, я даже своим котам беру вот этот. Он настолько сытный, что, допустим, одной маленькой ложечки собачьего корма хватает, ну, как большая кошачья ложка. То есть это экономически выгодно. Ну, и, естественно, не каждый может увезти 25 килограмм на своих плечах и в автомобиле, не каждый то же самое может его туда запихнуть. Поэтому вот этот вот телефончик, который вы сейчас видите, и все, по заказу вам привезут, если вы затаритесь товаром на сумму свыше 500 рублей. Естественно, нас попросили и поподробнее остановиться на кормах. И тут виной телевизионная зомбирующая реклама, так как по сути пиарится два вида сухарей и паштета. Отличного качества там и сомнительного, как и все российское производство у нас. Но часть своей жизни я провожу за границей и показываю вам правду. Как купить недвижимость в Турции, хорошо отдохнуть в Египте, в Таиланде и, в общем, ну ладно. Теперь о том, что кто-то может сомневаться в оригинальности вот этих кормов. Брит, Эконуба, Флотозар. Я попросил, а мы и могли бы съездить в Чехию, показать вам завод по производству, ну, вот этой замечательной собачьей хавки. Мы могли бы съездить в Нидерланды, мы могли бы съездить во Францию. Ну, в общем, нормально, прокатились бы. Может быть, летом так и сделаем. Вот. Теперь про брит. И почему я своих животных, кошек, кормлю собачьими консервами. Вот когда я делаю больно своему животному, да, ну, там, яички, чики-чики, вот, потом надо его, ну, задобрить. Вот. Раньше пробовал дорогой, вот такая консерва стоит от Пурины 55 рублей. Бритовская такая консерва стоит 62 рубля. Нормально. Поняли, да, что за еда? А теперь про то, что вообще не делает никто. Это из брита. И к слову о том, что еда с вашего стола не подходит вашему питомцу. Вы знаете, еда с питомческого стола, вот я бы ее попробовал. 100% натуральные куски тунца от брита. А, да, 130 рублей. Кстати, знаете, что это такое? Это вот не копченые, но карпаччо из цыпленка. Вот. Есть настоящая утка. Вот. Есть сэндвичи из цыплят. В общем, ребятки, если честно, то почему я не собака, которую кормят бритом? Ну и в завершение. Недавно попробовал купить что-нибудь на 3000 рублей. Честно, не получилось. Вот там, например, за 100 баксов можно одеться и даже новый сотовый телефон взять. Ну да ладно, мы не там. А взять на 500 и на 100 рублей для своего питомца в зоосалоне Шуша есть чего. Конечно, не каждому удобно ездить, ну, в центр города вечером после работы по пробкам. И вот тут самое интересное. Являюсь постоянным клиентом салона Шуша. Будучи заводчиком вот таким, как я, допустим,
профессиональных животных, которые на кормах не экономят, которые знают, что животные должны жить полноценной, качественной жизнью. Вот. При покупке и при заказе товара на сумму 500 рублей доставка бесплатна. Кстати, ну, можно и по телефону позвонить, чтобы, ну, лишний раз не ездить. Хотя приехать и пообщаться с людьми, которым не безразлично здоровье вашего питомца, это вообще полезно.